Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре Skoda Octavia A7 в кузове Универсал. Автомобиль 2016 года выпуска, оснащен дизельным двигателем 1,6 литра на механике. У него всего лишь один владелец, очень маленький пробег и отличное состояние. Салон автомобиля, можно сказать, как новый. Весь пластик в идеальном состоянии. Такие вот у нас эло-ковры с бортами. Чистый, ухоженный салон, достаточно много места. В передней части также все в идеальном состоянии. У автомобиля очень маленький пробег, повторяюсь. Руль как новый, все кнопки как новые. Также у нас имеется очень хорошая комплектация для механики. Есть двухзонный климат-контроль. Такая вот мультимедиа на андроиде. Имеется функция старт-стоп, парктроники, камера заднего вида. Также у нас есть передние парктроники, кожаный мультируль, полный электростеклопакет, электрозеркала со складыванием, датчик света, датчик дождя. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег, как я уже говорил, маленький, он составляет 97 тысяч километров. А если вас заинтересовал этот замечательный, практичный, надежный и в то же время красивый автомобиль, приезжайте к нам в автосалон столицы, он находится на Песочной 48. Здесь вы можете провести на нем тест-драйв. Также у нас можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения, до свидания.